Уже традиционно в начале августа сотрудники Управления по гражданству и миграции УВД Брестского облисполкома организовывают экскурсию в мемориал «Брестская крепость-герой» для студентов-иностранцев. Участие в этом мероприятии принимают те студенты, которые не уехали на лето на родину, а остались в Бресте. И в этом году 178 человек по всей области решили провести свои каникулы в Синеокой. А значит, страна им действительно нравится, и поэтому рассказать о ее историческом прошлом, благодаря которому строится настоящее и будущее, важно и необходимо. Чтобы студенты страны интегрировались в общество, чтобы они знали ту страну, в которой они живут, мы вот организовываем такие акции, то есть мы ознакомливаем их со святыней, которые есть у нас в Республике Беларусь. Ну, в частности, Брестская область – это Брестская крепость. В этот раз на экскурсии побывали студенты из Туркменистана, которые учатся в Брестском государственном университете имени Александра Сергеевича Пушкина. Ребятам нравится Брест, они признаются, что подобные мероприятия помогают им лучше понять культурные и духовные ценности белорусского народа. Такое героическое прошлое – показатель силы, сплоченности и мужественности нации. Многие студенты в крепости не первый раз, но признаются, что посещение мемориала – это одно из самых запоминающихся и ярких впечатлений. Когда приехал и сразу следующий день пришел смотреть Брестскую крепость, я даже там мечтал увидеть Брестскую крепость и побывать тут. В Беларуси мне тоже нравится учиться. Приехали из другой страны, ну, получается, тоже народ очень дружелюбный. Я тут уже третий год, и я поражен этой страной благодаря своей истории, еще входя в ВКЛ, в Речь Посполитую, еще в Российскую империю. Но в то же время она сильно пострадала и от вторжения фашистских войск. Ну, это плюс еще первая страна, в котором вторглись фашистские войска. И этому нападению Беларусь очень сильно пострадала, особенно Брестская крепость. Я наблюдаю то, что люди находятся все в спокойном состоянии, все помнят, все надеются, все почтят своих родных, близких, тогда еще дедов и прадедов. Брестская крепость – священное место для каждого белоруса. Его берегут, показывают тем, кого считают друзьями, с кем можно поделиться и кому не жаль подарить частичку истории и души. Хочется верить, что экскурсии, подобные прошедшие, облегчают взаимопонимание, способствуют сплочению и объединению двух стран, помогают людям с разными традициями, обычаями и устоями почувствовать себя желанными гостями на чужой земле. Главное, чтобы желание жить в мире и дружбе было обоюдным.